хотелось бы вас всех поблагодарить, тренерский состав. Действительно, очень тяжелые дни были. Вы видите, что погода, слава богу, солнечная, но все равно тяжело играть. Поэтому хотелось вас поблагодарить всех, пожелать вам удачи, хорошей учебы. И мы ждем вас на стадионе открытия арены на футбольных матчах футбольного клуба «Спартак». Всего вам доброго, добрый путь и до новых встреч. Ну, очень круто, все на эмоциях просто. Очень рады то, что победили. Тяжело было очень, конечно. Приехали, размялись, играли. Все. Нет, мы занимались, но как бы так, чтобы прям готовиться, не тренировались. Ну, мы один матч только проиграли, вот он был очень тяжелый, вот с команды 705 вроде бы, четвертое место, которое заняла. Вот, а думали, все уже, там сейчас проиграем, тяжело будет, но выстояли там морально. За счет чего, тебе кажется, удалось? Сила духа, не знаю. Ну, понятно, техника, там, умения, физические способности какие-то. Ну и, понятно, настрой, конечно, все настраивались, когда ехали, чтобы победить. Вот. Я очень рад, то, что сегодня я смог оказаться в этом месте, потому что это прекрасная возможность проявить все свои бойцовские качества. И я хочу поблагодарить руководство по организации этого турнира за то, что они дали нам такую возможность поиграть, встретиться со своими друзьями, проявить все мужество и поиграть в футбол. Это огромная честь за то, что в нашу школу именно приехали ветераны и показали нам свое мастерство и опыт. Огромное спасибо за то, что именно они к нам приезжали и помогали нам вместе со своими наставниками и показывали нам хорошую игру. Турнир очень интересный, напряженный. Много эмоций, силы отнял. Огромное спасибо организаторам. Можно сказать, что соревнования, скажем так, это успешно, потому что не будем отделять победу от призовых мест. Скажем так, что это шаг вперед. Скажу одно, вот не знаю, вот моему напарнику Олегу Викторовичу, он сказал еще перед турниром, что ему приснился вещий сон, что у нас были именно третьи места. Но он это не говорил до того, пока мы не выиграли второе и третье место. Сейчас уже можно говорить, что практически сон в руку оказался. Третьи места стабильно идем. Все возраста показывают одну и ту же игру. Один тот же характер, поэтому очень турнир понравился. Большое спасибо организаторам за такой турнир. Ребята довольные все, поэтому все здорово. Насколько повысился и повысился ли интерес к футболу в вашей школе после начала реализации «Спартаком» проекта? Ну, конечно, повысился однозначно. Мы и так были повышенный интерес. Заражаем всех футболом, именно боремся. Даже программу хотим включить уже. И поэтому, а сейчас тем более уже. Благодаря футболистам «Спартака», бывшим футболистам «Спартака», которые вот играли, интерес к футболу очень повысился. И повысился в направлении «Спартака», так как больше ни один клуб так не оказывает такого внимания детям, как футбольный клуб «Спартак». Да, турнир, в общем, понравился действительно, наверное, всем. И участникам, и нам, организаторам, и преподавателям, тренерам. Потому что видно было, с каким желанием, с какими эмоциями ребята выходили на футбольное поле, показывали замечательный футбол. И неважно, в какой категории, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, даже выделить кого-то сложно. Приятно то, что в турнире участвовали девочки. Это действительно показатель того, что турнир набирает силу и популярность этого турнира возрастает. Хочу поблагодарить департамент образования Северо-Запада, ДОЦ Северо-Запада, директоров школ, преподавателей, тренеров и, конечно, самих участников, главных виновников этого торжества, этого действа. Не было никаких препятствий, и в этот раз, в этот год, без шероховатостей, все вовремя пребывали. Поэтому хочу еще раз поблагодарить и выразить искреннюю благодарность всем тем, кто участвовал в организации этого турнира.
просмотрели достаточно большое количество игр разных возрастных категориях. На ваш взгляд, как, на каком уровне находится футбол в Северо-Западе? Вы знаете, на достаточно хорошем уровне, потому что в этом округе кураторы партнерских программ, такие как Кульков, Черенков, Досаев, Тихонов, проводили мастер-классы. И это видно, что ребята растут и прибавляют. Это очень-очень приятно.